сложно здесь такой участочек. Получается, здесь как бы и под уклоном все это дело идет, и надо маневрировать между деревьями. Когда даешь чуть больше газа, машина стаскивает в бок на дерево, по сути. И все. Бывает, вот встает между двумя деревьями ни туда, ни сюда. Поверху здесь объезда нету. Возвращаемся опять, ныряем вниз туда в болото. Вот такое вот сегодня у нас приключение. Уже стемнело, и как всегда, с наступлением темноты начинается все самое интересное. Я страшно! Ну что, Марин, ты как там, нормально? Все, огонь! Сейчас штаны вытряхнул. Право, вперед, да. Назад. Съезжался на заднем приводе. Поэтому так потащил. Поэтому его и понесло очень быстро. Стоп. Влево. Вот. Давай. Вот. Все, теперь направо и вперед. Только газу, Коля, газу. Не надо сильно газ. Стой. Арка у него цепляется там на дерево так дуть. Да, ну все нормально, все прошу. Отравленные практически 0,5, ну может чуть меньше, вот так вот ездим. Минус 0,2, да? Минус 0,2. Там вакуум. Надеюсь, нам повезет, а если нет, то будет жопа. Да, не просто найти эту штуку там. Самое главное, не сосок не отрубить. Обухом. Ага. Отлично. Обухом потихонечку продолжай. По кругу. Вот он. Ну отлично. Пошли. Подключи!
Газу. Ну все. Все, газу. Нет. Не выйдет назад. Еще раз попытаться. Путь прямо и назад. Не поднимемся назад и пробуй еще раз. Вот там упереться. Ну, сейчас фендер отойдет сзади. Вот, давай, газу. Вот. Он свалился в колею. Ребятка? Ну, либо назад его еще раз пробовать. С каждой минутой все интереснее. Не, мы просто километр едем, полчаса стоим. Километр едем, полчаса стоим. Мы проехали 4 километра, ну вот, с 11 часов. Окей, мы там, время когда 6. Мы все лебедились, мы там постояли 7, 4 часа. 7 вот часов мы едем 4 километра. Ну да. Звука вообще нету. Как будто у него электромотор. Слава, подожди, у тебя заднее правое колесо заблокировано. Заднее правое колесо вообще стоит дюзом постоянно. Заблокировалось заднее правое колесо, и как видели, он на ней как на лыжи едет. По всей видимости, грязь забилась и просто вмерзла. Сейчас будем пытаться отогревать.
Давай вот это. Не-не, да загреем, да. Давай я уберу колесо. Да. Вроде проблем решили? Ты, конечно, решили. Что, где решили? А, пока я не показала, снимайте колесо. Да? А, в итоге что было? Грязь забилась между диском и самим суппортом. Все, давай вперед, трогайся, он сам слезет. И примерзла к диску, в общем-то. И из-за этого колесо не крутилось. Там так вот бывает. Казалось бы, уже чуть-чуть не осталось, ну, да? Ну да, они просто сказали, мы так далеко уехали, сколько они тут уехали? На 100 метров они уехали уже, сколько? Ну не 100, где-то метров 200-300 проехали, да? Я-то думала, они уже где-то близ деревни. Думаю, ну все, да. Тут осталось-то чуть-чуть, чуть-чуть ага. про это, завал разобрать и села тут. И мы на воле, ага. Не тут-то было. Ну вроде бы завал распилили, сейчас... Будем проезжать через остатки бревен, которые не получилось вытащить. Послушай, не заглох. Влево, влево, чуть-чуть влево. Дальше. Давай бревнышко подложим. Да, подложим. Ты хочешь посражаться?
как здесь надо заходить? Чуть левее надо. Вот так. Перпендикуляр к бревнам. Застудял? Винни, Винни, ой-ой-ой-ой-ой. Да, ой-ой-ой-ой. Винни, Винни, я, кажется, застрял. Ты решила сжечь ее, что ли? Вместе с Юрой. Вместе с Юрой. Молодец, что могу сказать? Мальчики молодцы. Ну да. Да. Блин, это пружин. Что такое? Чуть-чуть пружинку вырвал. Задняя. Да. Задняя? Да. Что-то у тебя какой-то сапун, что ли, да, или что это? Ага. Типа того. Или капельница для Нивы, чтоб жила. Минус чашка. Не минуса вообще от этой покатушки, блин. 4 километра отъехали, блин, от точки доступа. Минус пружина, минус 2 амортизатора. А как? Второй ты как потерял-то? Один до этого отлетел, а второй с этой стороны вместе с пружиной выскочил. Новый амортизатор поставил только позавчера. Ну, Нива старая, да? Нива старая, да. Амортизатор новый. Старушка твоя сегодня претерпела, да? Не, ну нормально, едет пока. Ну да. На лебедке. На лебедке, которая лежит в гараже. Да, 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 лебедка рулит вообще конкретно.
Ксюх, что случилось? Колесо свое не летело. У тебя? Как у чирокеза. Так что не переживай. Выбрались мы на лепку, но здесь не лучше, здесь даже еще хуже, мне кажется. Очень глубокие колеи и нереально здесь пробиваться. Мы здесь час уже боремся и проехали метров 50. Да, пока стой так. Давай. Зачем ты встал? Давай газуй. Багировку включи переднюю. Давай. Что ты встаешь? Все, стой. Сережа молодец. Это да. На чопике. На чопике, да. Кстати, у нас Тагер едет на чопике. А, до сих пор держит, да? Второй чопик поставили. Второй уже? Первый уже у нас спустил, да, поставили второй. Второй чопик, и мы нормально, уже как 3 часа в пути. На 2 чопиках. 4 минуты мы там. 4 минуты мы на деревне. Ты уже тоже засел там, да? Да, я, причем я там раз сел, меня выдернули, я опять там же сел. Понравилось, да? Хорошая лужа. Здесь просто жесть. Минуса прибавляется. Не знаю, что задний мост не крутится. Мороз крепчает. У нас минус мост на Ниве. Разбортировался Чироки. Ксюшин Чироки там, ну вы видели, слетела покрышка с диска. Фух. Дальше, так, здесь мы Вовку вытащили, Володю, на Вранглере. Сейчас будем бортировать в мороз. Уже где-то примерно минус 21 на улице. И сейчас после вот этих луж, если машина будет стоять, то я думаю, у них колеса примерзнут, так как у нас было это ранее на УАЗике. В общем, все самое интересное с приходом ночи. Время 11 вечера, ну как вечера, уже почти полночь. Продолжаем заниматься оффроудом. Едут, а за ними мороз, смотри. Да, искрится.
Расскажи, что ты тут сделал сейчас? О, тут беда, беда. Два рычага оторвалось? Да. Вылетел кардан, ушел мост назад. Мы его подвязали сейчас. Будем надеяться, что он назад сейчас не будет смещаться. Амортизатор. Тянуть можно было. Короче, весь мост держится только на двух тягах. Одна нижняя, одна верхняя. Надо перевязывать как-то. Подтягиваем лебедкой мост вперед. Парни могли подвязать мост и зафиксировать его вот в переднем положении, чтобы заднее крыло его не чиркало. Машина, все-таки правду говорят, потому что говно, а не машина. А теперь ударь по колесу, а ты засними, как это происходит. Скажи, что отвалилось, сосед. У нас полуось. Что, у нас чуть-чуть. Полуось вот выскочила. Два амортизатора минус. Две тяги минус. Стакан с пружиной минус. И вообще все минус. Кардана у тебя нет. А, кардана тоже нет. Случайно. Мы даже поняли, что это снимы сначала. Не, ну 2 часа ночи, это, конечно, весело. Все нормально. 20 мороза, 2 часа ночи. У него колесо засучилось. Что у вас? Оно просто устало у тебя ехать с тобой. Лада, мечты сбываются. Мне кажется, может быть, там в колье она вправится, обратно встанет. Это правильный вариант. Сейчас чиракеза положим, пока будем тащить. И да, нет смысла. Так, две машины уже выбрались на асфальт. Вранглер и Тагаз. Нам осталось где-то метров, наверное, 200 здесь пройти лужу. Спереди джимник идет. Застревает. У черка теперь тоже замерзло колесо и не двигается. Сейчас что-то будем думать. Фань, что как сегодняшняя покатушка? Нормально. Давно такого не было. Вот он, давай. Смотри, пошел. Пошел, красавчик. Так, а что здесь с колесом-то сейчас делать? Что-то греть его изнутри, можешь попробовать погреть. Я даже ничего не вижу. Где там греть? Ты колесо, по-моему, резину сейчас проплавишь. Да? Вообще.
Особенности оффроуда в мороз. После прохождения всяких водных препятствий, луж с грязью, снег набивается внутрь диска, и там просто замерзает между диском и суппортом. И машина никуда не двигается. Он у Чироки, Пашин имбирь тоже замерз. Джимник тоже сегодня замерз, еле отогрели. У вас тоже замерз. По-моему, только Вранглер и Тагаз не замерзли. Ну, потому что они вдвоем впереди шли и мало останавливались. А мы здесь постоянно останавливаемся, и колеса примерзают. Сань, это первый джимник? У вас тоже примерзли, да, колеса все? Или нормально доехали? Куда они доехали? Они пешком зашли. Пешком зашли? Да. Все, две машины остались на маршруте. Сейчас идите, надо снимать колесо. Серьезно? Чем долбить? Все, парни оставили машину. Пошли на асфальт пешком. Какая-то шляпа, она делает колесо, делает два оборота, и все, встает колом. Непонятно, что это такое. Итак, друзья, мы выбрались на асфальт. Время 9 утра. В общем-то, это была запоминающаяся покатушка тем, что, наверное, впервые было столько много у нас разбортов, столько поломок, и впервые в такой мороз. У нас просто колеса замерзали на месте. Просто машин замерзали колеса. Из-за этого две машины мы оставили в лесу, Ниву и Патриота. Покатушка была интересной, запоминающейся. Будем кататься еще весной. Всем пока. Да, не в такой мороз.